Стой, попадай. Свободно? Стой. Вот. Стараемся близко к эксперту не подводить, да, то есть метра полтора-два. Место? Да. Стоп. Большое видится на расстоянии. Так, Кать, давай, значит, во-первых, постарайся больше в три четверти его поставить, не в четверть. Да, вот, хорошо. Угу. Да, и добавить что-то главное. Прежно. Угу. Барышня чешется, плохо стоит. Значит, я даже не знаю, надо тебе советовать. Хотел сказать, подойди, выдай ему зарплату, но он, в принципе, и так хорошо стоит. Хорошо. Можно словами поощрять. Ну, прекрасно. Угу. Значит, вот, Кать, смотри, вот ошибка. Вот да. Сейчас была ошибка, да? То есть лучше подходить. Давай покажи. Угу. Жаворечь? Дестер. Это моя. Давай сюда. У меня тоже есть жарфа. Вот он стоит в стойке на довольно длинном поводке. Нет. Эй, показ. Хорошо. Дестер, показ. Да, молодец. Пока не важно, как он стоит, там как у него помуши. Вот он стоит прямо на всю длину. Если ты сейчас соберешься дать ему кусок, он стойку сломает, он тебе подойдет. Для того, чтобы этого не произошло, сама. Вот так, поняла, да? Все, хорошо. Это бывает актуально, когда, допустим, есть эксперты, которые судят очень долго, описывают очень долго. Сейчас вот он, допустим, на националке вроде как по 2-3 минуты всего будет на собаку. Но для того, чтобы как-то собаку поощрить, даже если она вот такой маньяк, просто стояние, ее все равно нужно поощрять. Хорошо, молодец. Такая молодец, хорошо, молодец. То есть в рот прямо выбрасываем собаке кусок для того, чтобы... это очень актуально, когда собака стоит в хорошей стойке, и ты понимаешь, что вот тебе надо ее как-то поощрить, но, блин, она сейчас тут начнет на тебя двигаться. Что же делать в таком случае? Сам тогда чуть-чуть, если вот у тебя рука вдруг оказывается не телескопическая, не выдвигается в сторону собаки, сам сделал шаг, и собака, ну, перешагнула все-таки. Понятно, да, как бы основная мысль, да? Собака стоит, у нее проекция лапок на землю остается как бы такая, какая была, но при этом она в стойке, и обломом ничего нет. Вот. Сами руку выдвигаем, собаке даем кусочек.